Всем привет! С вами на связи Евгений Филимонов, уважаемые дорогие друзья. Сегодня я хочу рассказать вам про так называемые изменения в игре GTA San Andreas, которые я сделал, несмотря на то, что я играю в исправленную версию GTA San Andreas. Ну, с модами, эта исправленная версия поддерживает все любые моды. Некачественные, которые приводят к пульту игры. Так, хочу вам сказать, я вам честно покажу свои некоторые изменения в игре. Так. Так, CJ-ву нужен какой-нибудь транспорт. Неужели мотоцикл нужен? Так, давайте найдем. Иначе мне грозит идти пешком. Это в основном не составит большого труда найти нам транспорт. Так, попробуем найти. О. At least you got Jack Bob. Гони мотоцикл. Давайте отключим радио. Оно нам совершенно не нужно, чтобы слушать музыку. А то модераторы тупо забанят. Так, давайте. Так, погнали. О, я. Видите, вот это. Одно такое изменение. Сейчас покажу вам. Вот. Видите? Если вам четко видно, несмотря на то, что я установил для GTA San Andreas VHS мод, который сейчас активирован при каждом запуске игры, вот вы видите это изменение. Так, давай, CJ, вылезай из мотоцикла. Вот сейчас я вам покажу, что за изменение. Так, вот оно изменение. Это я заменил билборд. Заменил. Да, там был билборд. Вдруг не чем-то. Ну, наподобие магазина одежды. Я заменил на билборд на эту заставку киностудии. 20 век Fox. Но это Fox Search Light Pictures. Ну, именно как вы знаете, что Fox Search Light Pictures во время событий GTA San Andreas использовал логотип на базе 81 года, так же, как и оригинальный 20 век Fox. Вот, видите? То, что я вам показывал. Так, это точно Fox Search Light Pictures. Но несмотря на то, что там должна быть другая заставка. И на суде Fox Search Light Pictures. В стиле неиспользованного логотипа из далекого 92 года, которую я видел на ютубе. Так, короче, вы поняли, что это такое. Так, идем дальше. Мотоцикл падает. И сейчас. Ой, ай, извини. А вот оно, еще одно изменение. Я там заменил плакат фильма на этот, на плакат фильма Lethal Weapon 3. А как там? Тайное оружие переводится так. Тайное оружие 3. Вот это я заменил. Вот этот, на этот фильм киностудии Warner Bros. Pictures. А там был Discharger. Конечно, в GTA San Andreas... Да, там есть плакат с фильмом Discharger. Именно поэтому это же вымышленный фильм Discharger из игры GTA San Andreas и всей GTA вселенной GTA, то есть со всего GTA мира, которая была выпущена киностудией Warner Bros. Pictures. У меня есть на ютубе есть видео. Видео. Ай, господи. Да, у меня на ютубе есть видео на моем канале. Оно называется Opening Logos к фильму Discharger. Whoa, boy. Есть такое. What are you, blind? На моем канале. На этот фильм выпущен на студии Warner Bros. А также этот фильм Discharger из фильма GTA San Andreas был спродюсирован производственной компанией Largo Entertainment. Да заткнитесь вы оба, педы. Пешеходы. Не буяньте. Устраивайте там драму. О, вот, видите? Заменим плакат. Вот, видите?
вы видите слева персонажа там Мела Гибсона. А вот вы. А справа вы видите темнокожего актера Дэнни Гловера. И вот в центре вы видите Джо Пеши, известного актера из фильмов серии «Один дома». Как вы его знаете. Да-да. Вот это я за. Вот это и замена. Я скажу вам всем, когда вы можете оценить все это. Но есть неприятности. Некоторые билборды я еще даже не заменил на что-то другое. Я заменю потом как-нибудь. Так, поехали дальше. Сейчас видите, что я там сделал. Какие-то изменения в игре GTA San Andreas. Вот сейчас вы видите билборд с заставкой. Ай. Вот сейчас вы видите заставку. Вот вы сейчас видите билборд с заставкой киностудии 20 век Fox. Конечно, я уверен, что во время событий GTA San Andreas 20 век Fox использовал логотип на базе 81 года, как вы знаете, что это так. Да, вот вы видите билборд с заставкой киностудии 20 век Fox. А это я изменил билборды. Так что, ну да, короче, эпичные изменения. Ну, как я вижу эту заставку киностудии 20 век Fox. Это была... Вот этот фрагмент заставки был взят из фильма «Крепкий орешек 2». Второй части «Крепкого орешка», вот этот логотип. Но есть одно «но», так как в фильме «Крепкий орешек 2» использовалась другая заставка киностудии 20 век Fox, например, на базе 94 года. Как-то странно, криво. Так. Давайте мы еще отправимся куда-нибудь. Скажу так, еще одно изменение. Я вам показал билборд с заставкой киностудии 20 век Fox. Вам четко видно, даже если у меня... Я повторяю, ребят, вы все четко поняли, все четко увидели билборд с заставкой киностудии 20 век Fox. Даже если вам сильно, даже если вам хорошо видно, несмотря на то, что я играю в GTA San Andreas с активированным DSS-модом. Ой, будем ставить нам. Проехать. Так, поедем куда-то дальше. Там еще я что-то изменил. Так. Там еще какие-то. Остальные я пока не расскажу. Если я что-то забыл, изменить что-то другое, что-то полезное, я сам сделаю своими руками. Сделаю то, что мне понравилось. Я все сделаю. Все покажу. Сейчас вам покажу. Туда едем. Сейчас поедем. Где еще изменить? Да, я. По всему Сантусу, это, конечно, бывает на спам. Чтобы придется менять. Тогда. Да. Чтобы все было. Все как есть. Так. Останавливаемся. Так. Вот смотрите, вот что за изменения вы сейчас увидите. Так, вы сейчас в этом видео вы видите
Вот это то, что я изменил. Вы видите постер с фильмом «Чужой 3», «Alien 3», «Чужой 3». Вы сейчас видите постер с этим фильмом. Конечно, как вы знаете, что этот фильм от киностудии 20-й век Фокс. Знаете, вот да, почти плохо видно. Да, или как видно, ну, да, плохое качество, но ничего страшного, игнорьте, вот этот. Фильм «Чужие 3», да. Конечно, да. Третьей частью «Чужого» занялась производственная компания Brandywine. Конечно, еще вы вспомните первую часть фильма. Эй, careful! Режиссером которого был Ридли Скотт. Вот это изменение, оцените сами. Ну, короче, вы знаете, оценить можно только когда вы напишите и оставите свои мысли в комментариях под моим видео. Так, давайте что-нибудь изменим. Наверное, все. Все, что я изменил. Давайте еще про нефть. Ну, там еще и... За все время я услышал все модели Adidas. Там еще вчера я ответил на эту машину Mercedes-Benz 500. Если вы будете видеть, я вчера смотрел. Короче, ну все машины такие как Premier. Там еще что-то. Ваш. А некоторые, вот эти, сейчас видите, там есть машины из других частей, да. Там был Вайнвуд, а сейчас это уже теперь Голливуд. Да, потому что Вайнвуд это скучное название, этажного Голливуда. Теперь будет называться Голливуд. Короче, я все помню. Еще про какие-либо изменения, про моды, запишу еще одну потом. С вами был Евгений Филимонов. Удачи, хорошего дня. До встречи.